Ой, тебе прям голова вообще пипец. Да кому там она нужна? Ну, тканевая голова. Она просто 187-я никакая. Ну и хуй. Ну, у тебя кольчужная какая-нибудь, или Т7. Да это Абоб говорит, Мак. МП5 тоже забудь. Ну какой тебе МП5? Нахуя тебе МП5, если ты оденешь Т7 или любую другую голову без МП5? Ну тоже верно. Пускай лучше с устойчивостью носить, чем эту с МП5. Бля, я устойчивость вообще вряд ли будет. Тебе вот эти 15 СПД вообще не нужны. Тебе нужна нормальная голова, а не с МП5. Надо бы ее еще искали. Ну а хули ты хотел? Тут люди по 4 месяца шмотки убивают, да, бегла? Ну а тогда я вот такая же хуйня. Да. Тут как бы расстраиваться не приходится. Ну, просто... Привет, как был полностью 213 шмоте, а искал шапку себе. Понял. Слышите, народ, что за херня? У меня кнопки перестали работать, которые 1, 2, 3, 4. Все остальные работают, бегаю, вот, прыгаю. Нет, не прыгаю. Релогнись. Да только что релогнулся, и нет смысла вообще. Вот. Не могу прыгнуть и циферки прожать. Сэй, я один нажимаю, я не превращаюсь. Хуй знает, что за хуйня. Эти абобовские твины, эти как там их? У тебя возможность. Дряховские дрялые, дрявые. Сам свой ник путает. Ну да. 4 дня, все нормально, у меня 223 дня было КД бабл. Дефолт. Это говорил Бази про 1, 2, 3, 4. Ну, все нормально, это шифт залип. Во-во, я же говорю. Она подзакончилась, погодите секунду. О, Бармалюга пришел. О, привет. Так а что, можно тогда в Ульду пойти, может, нет? Без Розуя убьем. Ульду, пойдемте убьем. Давай Розуя завалим, делик сделаем этот, виклик, и пойдем. 25-ки я не вижу онлайн. Попробуем 10-ку. Ой, а я на паладине не взяла квест. И не сделала уже. Не могу шарнуть. Значит, сделала. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Хэштег хочу ульду. А все есть, кто были в ульде тогда? По-моему, да. Ну, я был. Сейчас надо смотреть, я не помню, кто он был. Вас здесь. И здесь. Если это десятка, то я с Хурика зайду. Видишь, он в ульдуаре. Как вот он пойдет? Причем до спятку пошел. Ну вот, так что я хуй знаю. Вот как можно найти человека, который пойдет с КД? Сколько у нас там боссов убито? Да хуя. И как? И что делать? Да, он кускомурка, говорит. Да, потом ни второй десятки не будет никакой. То есть по итогу... Блядь, сука. По итогу трехэтажный марш. Слушай, ну это ерунда, мы же договорились на сегодня, что пойдем на 10. Это его уже проблема, пускай выходит и идет с нами. А что нет? Тут не, ну выловите его, может он первого босса еще не забрал. Может они пока собираются. Сейчас подожди, открою, посмотрю, кто там вообще был. Так, десятка. Все. Типа на текстуре. Так, Бигвар, Яхантер, Вас, Тагариус, Роланда, Базука, Гнидыч, Бармалюга, Азраил, Войд. И что? Все эти люди есть? Гнидыч тут, нет? Он на друиде, он танчит. Все вообще нормально. Ну, с Вазом решать вопросы, все. Иди. Он сказал, пойдет. Короче, давайте инструктора убьем, мы полетели в льду. Это, короче, этот самый Тагариус левый кристалл бери, а этот самый Боб правый кристалл, и в две куклы хуярим. Я не шарю. Чё? Я говорю, я не шарю, понял, за кристалл. А чё шарить? Нажимай на кристалл, и все, не надо ничего шарить. Тагариус, давай левый нажимай. Посмотри. Окей. Поехали, ебашь. Так, звездочка ученик Тагариуса должен быть. Все, давай. Танкует пока этот. Сейчас кружок на него поставлю. Это Абоба. Потом у него щит кончится костяной, будешь ты танковать. Все, ебашь. Вот и все, и не надо ничего знать. Прочитал способности? Захиливайте шамана, сейчас сдохну. Да я вас записала. Блин, надо Рогли тоже КД поймать какой-нибудь. Хоть гильдейское ЕП дадут. Завтра допонос. Меня не взяли в прошлый раз, бой. Там пошли все сильные, все 220-е. Да меня хоть. Не взяли. Ничего страшного. Этот Гавайи берет и убирает конкурентов. Ну ничего страшного, ну не всегда ж так будет. Чего ты расстраиваешься? Я была очень зла. Я тебе сразу говорил, вот ты мне не веришь, создавай персов. Почему ты думаешь, я Рогу не создал? Ни мага, ни лока. Потому что их в рейды, ну их как говна просто. Единственное, что если ты дамажишь там миллион тысяч косарей в секунду. Нужно хилочек танков делать, тех, которые нужны классы. Почему я танчу, как ты думаешь? Ну да, либо если ты просто нормальный классик. Либо одевать его до посинения. Ты одевать будешь полгода, чтоб тебя взяли. Он уже 214-215. Ну а ДПС-то маленький. Нет, не маленький. Тебе показалось. Реально у тебя 215? А? 214. Я 7 косарей у тебя все равно нету. Будет, блин, бафы, дайте мне. Научи играть за Рогу. Научи играть за Рогу.
Я ж тебе говорю, у меня еще ни в какие 25-ки не брали. Тринку только сегодня полутала, 2Т8 тоже ну сегодня полутала. Ну все, заебись, будешь теперь ДПС. Ну точно возьмут, надеюсь, завтра. Никогда куда еще не надейся. А? Куда ты хочешь пойти? Уйду. На Торима. С кем? Рогой. 25 или 10? Да, Дальний Восток, 25. Там гильдия. У них РТ в 13 по серверу. Я не помню, что у нас там после Мимирона все. Или мы Тори мы еще в обычке убили? Я не помню. Тори мы убили, пока сейчас я. Ушел Азраил, у нас собрание живое, да, в десятке? Давайте собрание гер сделаем, там можно одеть Бигвара. Он пух очень хочет. А мы же вроде на бар. А, нет, стоп, мы, по-моему, вместо Тори мы этого убили. А, собрание. Нет. Мы Тори мы убили. Юля говорит, что мы тоже убили собрание. 25-ки мы собрание убивали. А, это 25-ки? Да. Вы что, вспоминаете? У меня все на видео записывали. Я думал, мы на 5-ку не ходили. В субботу же было. Да, в десятки мы хранителей точно убили. Да, стопудово, потому что я ходил, мне нужно только два токена, либо плечи, либо перчи, и они не выпали. Ну, точнее, перчи выпали, но их слава позабрал. Кто забрал? Перчатки, токен. Ну, мне только либо перчатки, либо плечи я беру в следующий ТВ. А вас забрал, да? А вас забрал, да. Ну, то бишь, чисту, штаны и башку я не беру. Чё там, на меня шмот падал? То есть осталось собрание и Торим... И ещё кто? Торим убит. Осталось собрание, генерал и этот кто. Бля, ну эту хуйню с духом я могу взять? Я распылить нажала, так что нити. Да я думаю, можешь, ну да. Нити. Спасибо. Неплохие такие ноги. Так, ну и чё? Заходим, да, на персов. Что у нас получается? Потом продолжим отсюда, да? Как-нибудь. Если продолжим вообще. Ладно, я просто офис на друге захожу.